Чебоксарах открылся центр добровольчества, где волонтеров будут обучать действиям при чрезвычайных ситуациях. К слову, в Чувашии более 1500 зарегистрированных волонтерских организаций. Центр пока единственный в республике. На оснащение всем необходимым для обучения оборудованием и техникой ушло более 11 миллионов рублей. Я думаю, что это как раз вот направление, оно очень востребовано среди волонтерских организаций. И этот центр позволит более профессионально заниматься теми чрезвычайными ситуациями, которые происходят в нашей жизни. Будущие спасатели проходят противопожарную, физическую, психологическую и медицинскую подготовку. В рамках проекта «Социальная активность» волонтеры обучаются сами азам этой непростой профессии и проводят мастер-классы в детских садах и школах республики. Уже состоялось более 40 тренингов, семинаров, в которых приняли участие свыше 10 тысяч человек. В центре мы получаем жизненно необходимую информацию о том, как нужно спасаться при пожаре, как действовать на льду. И это на самом деле очень важные знания, которые мы хотим передать другим людям, детям и вообще населению города Чебоксары и Чувашской республики. Кроме этого, в колледже в прошлом году оборудовали 5 новых профессиональных мастерских. Эти мастерские можно использовать и нужно использовать в рамках специальностей и профессий. Это обязательно. А вот то, что мы можем еще дополнительно проводить обучение, да, это тоже практикуется, это есть. И есть возможность проводить подготовку, переподготовку и повышение квалификации с выдачей соответствующих документов на этих площадках. Мастерские, оборудованные по последним стандартам, облегчают вхождение в профессию. Стало легче готовиться к чемпионатам рабочих профессий. Ближайший – World Skills Russia. В этом году студенты колледжа примут участие в конкурсном отборе по 12 компетенциям, 4 из которых будут проходить на их базе. Всего к конкурсу готовится порядка 50 студентов. Напомним, что в этом году региональный чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет в Чувашии с 24 по 29 февраля. Богдана Дойникова, Павел Рядков, Республика.